25 мая для выпускников Ленинского района прозвучал последний звонок. Это волнительное событие не только для вчерашних школьников, но и для их родителей и учителей. В Видновский художественно-технический лицей приехал глава Ленинского района Сергей Кошман, чтобы поздравить ребят с окончанием школы и началом нового этапа в их жизни. Подробности в нашем первом сюжете. День, который торопит каждый ученик школы, наступил для 11-классников Ленинского района. Видновский художественно-технический лицей в этом году претендует на выпуск 4 золотых медалистов и 2 серебряных. Эти юноши и девушки учились в замечательной школе, реализующей уникальный художественно-эстетический профиль. Число первоклашек на будущий учебный год настолько велико, что формируются 4 класса. Учителя обещают любить их, как всех своих учеников на протяжении многих лет. Мы видим плоды нашего труда. Мы видим сердце на их глазах. Мы видим, как трогательно на самом-то деле они относятся друг к другу, к педагогам и к школе, что они расстаются, отрывая от своей души кусочек. Это видно становится именно в этот день. Всегда страшно, когда не знаешь, что впереди. Ребята провели в школе большую часть своей жизни. В месте, где их оберегали учителя, где они сдружились с одноклассниками, где они были одной большой семьей. Теперь ждет другая жизнь. Жизнь, где они должны научиться справляться самостоятельно. Очень волнительным этот день стал для родителей выпускников. Мамы не могли сдержать слез, радуясь за детей. 11 лет они помогали им взрослеть. И больше всего они хотят, чтобы их дети выбрали верную жизненную дорогу. Ведь именно сейчас перед ребятами стоит самый важный выбор в жизни. Закончилось детство, значит, наступает взрослая жизнь. Кто-то уже расставил приоритеты, куда поступать, кто-то еще вот сомнения. Очень хотелось бы, чтобы, во-первых, сдали ЕГЭ, все успешные ЕГЭ сдали. Это всем желаю, всем выпускникам, во всех школах. И определились в жизненном пути. Лицей посетил глава Ленинского района Сергей Кошман. Выпускники были рады его приезду. Сергей Николаевич произнес поздравительную речь и подарил школе большой телевизор. А после праздничного концерта, подготовленного учениками, поделился своими впечатлениями о последнем звонке. Ребята настолько вот гармонично, вот они прям вот скомплектовали свое выступление, и действительно получилась вот как бы такая презентация всей их школьной жизни за 11 лет, и в том числе их устремлений в будущее. Еще раз хочется им пожелать только всего самого доброго. И дал наставление ребятам. Самое главное, надо быть убежденным в том, что ты делаешь правильно. Уже определившись в своем желании, в своем стремлении, нельзя ни в коем случае сдаваться. Нести колокольчик, который ознаменовал последний в жизни ребят школьный звонок, в этом году была поручена первоклашке Снежане Титовой. Она долго готовилась к этому событию и прекрасно справилась. Юлия Погосян и Адамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.